Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Никиты. У нас сегодня будет обалденный, я надеюсь, роллинг на 77 тысяч самов. Аккаунт немножко донатный. Поехали посмотрим, какие герои у него есть, кого нету. Такс. Смотрим. Роза, Некрос, Вольт. Анубиса нет, Стрелок, Трифид. Ну, если выбьем Трифида, получим. Хрен знает что. Так, Командора, Ледяха. Ну, в общем, все как обычно. Рогатка. Сложноватый будет роллинг. 77к находится. Он гильдии Парадайз. Принимаем только с высокими результатами на БГ и чистой силы. Собеседование в телеге. На экране кидайте заявочки, вступайте. Как видите, у них все отлично. Так, окей. Смотрим. Смотрим, что тут у нас интересного есть на аккаунте. Так, 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 так. Где его алтарь? Нашел. Прекрасно. С талантами, я так понял, тут вопросов. Пятерки, восьмерки. Да, с талантиками тут вопросов нет. Относительно нет. Берс на Махатме, конечно, фигня. Так, окей. Ну что, поехали. Такой вот коллекционер. Уже что-то пробовал выбивать. Let's go. Посмотрим. Сразу же Валентина нам падает. Ара Атлант. Нифига себе. Насыпала. Рыцарь тьмы. Они хотят сказать. Королева Гарпи. Знаете, у меня такое чувство, вот когда герои именно так падают изначально, что мы даже, возможно, на 70к можем и слизней не собрать. Вот такое чувство бывает, когда начинает изначально сыпать, а потом нифига ты не можешь выбить. Так, студеный. Тыковка. Опять тыковка. Фея. Фрэнки. Кстати, Фрэнки что-то так. Вот я заметил. Череп очень плохо падает. Бугимен. Ну блин, у него Бугимен уже есть. Вроде как. Если я не ошибаюсь. Да, ну Гарпия у него. Я думаю, это не только моя одна. О, у него по-любому должна быть гарпия. Он ее, наверное, просто не открывает. 10 штук. Я же тоже думаю. Не хочет, видимо, силу раздувать. А, так, окей. Ну, рандомчик. 25к, и чё? И фараон Леди Лео. И еще Валентина, добрый вечер. Но сегодня не день святого Валентина уже. Нафига мне Валентина? Так, рыцарь тьмы. И такой рыцарь, и такой, и опять Валентина. Ну что ты сделаешь, блин, 77к. Я офигею. 9.15, 25к, ребят. Это, конечно, жестковато. Хотя, я же говорю, с такими героями получить что-то еще, это реально очень сложно. Так, окей. Поехали дальше. Рыцарь. Фея. Ну, рандомчик. Друидик. Как-то, блин. Вот как так? Один аккаунт, бля, просто сыпет. Немерено легенд, а тут он на одни тыквы падают. И друиды, блядь. Это жестко. Валентина. И еще Бугимен. Да что за фигня? Рыцарь тьмы. Посмотрите, одни и те же герои падают. Такое ощущение, что тут кроме них, блин, больше некого выбить. Вот как это назвать? Афинка.
Бульдозер, Дракос. Ну блин, давай, паладин. Жесть. Просто нет слов, ребят. Просто какая-то хрень, одним словом. Я не знаю даже, как это назвать. Так, поехали сливать гарнизон. Так, кто кого? Мы хоть одного ушатаем? Смотрите, они просто скользь дракончиков бегут. Прикольненько. Никогда не замечал, что они не могут атаковать. Хотя бы штыркнули бы его чем-то. Или бы куда-то. Красавчики, казарму слили. Ну, вот это красавчики. Вот так вот. Жизнь, боль, ребят. Поехали дальше. Ниндзя. Вот мы собрали все. Вот выбить, блин, ну, сложно. Вот Дракула. Хотя кому как падает, знаете, это рандом. Кому-то что-то падает, кому-то нифига не падает. Седна. Блин, сюда бы Анубиса хотя бы. Королева Гарпия держимы. Жестко. 70к, призрачный всадник. Фрея, ну нафига ему Фрея? Блин, вот там, где надо, они не падают. Знаете, такое чувство, как рулетка. Кимка. Вытащил там, зато не вытащил там. Надо угадать, какой аккаунт вовремя подставить. Вот капитан Рогатка. Ледяха, Командора, Стрелок, Трифит. Блин, такие герои, которые в принципе падают. А тут они нифига не падают. Вот как так? Сердцеедка. Блять, вторая Фрея. Ну, блять, ну что это такое? Это просто жесть. Вот какого фига? Какого фига? Что это такое, блин? Фрея, Седна, Бугимены. Блин, обалденные, крутые герои. Ну нафига они? Поражай. Я офигею. Вот скажите, где справедливость? Дед Мороз. Блин, отсюда бы хотя бы стрелка вытащить. С карты. Да уж. Что вам сказать? Давайте шатайте. Шатайте здание. Красавчики. Просто, блядь, 77к и в никуда. Ни одного героя. Пакт собрали, то собрали, блядь. Ну нифига толком мы не собрали, окей. Бывают, конечно, и такие ролики, тут ничего не сделаешь. Стрелок, приди. Надо стрелок. Блять, призрачный всадник. Ну что ты сделаешь? Просто нет слов. Вот хоть ремочку словили, блять. Ну вот хоть что-то. Хоть что-то интересное у него есть. Фух. Ну поздравляю, с ремкой хоть пятой. Блин, ну конечно обидно. Нереально обидно, что падает
падает реально немножко говняно. Ну, каждый аккаунт своеобразный, каждому свое. У тебя есть такие герои. В принципе, все, что могли, сделали. Пишите комменты, лайки, репостики. Участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.